Всем привет, меня зовут Герман, и это серия развлекательных видеоуроков Moment Mal на русском языке. Сегодня речь идет о accusative preposition, то есть о предлогах, после которых всегда ставится падеж accusative. Итак, таковым предлогом является für, durch, bis, gegen, entlang. Пример. Die Blumen sind für seine Freundin. Цветы для его подруги. Ich gehe durch den Park. Я иду через парк. Er ist gegen einen Baum gefahren. Он врезался в дерево. Ich bin gestern entlang dieser Straße gegangen. Я вчера шел вдоль этой улицы. Итак, это все на сегодня. Спасибо за внимание. Подписываемся на наш канал, а также в Инстаграме. Ставим лайки и до новых встреч!